Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Приведите их в боевую готовность. Окей, окей. Первый заряд прямо перед вами. Хватит разговаривать, женщина. Всем привет, ребятушки. Меня зовут Максим, канал GG Family. Продолжаем Uncharted 2. И просят нас какие-то там заряды зарядить. Разрядить. Там крокодилы, слышь, женщина. Ты куда меня послала? Ищем попутно сокровища. Так, ну пистолет у нас есть, это уже хорошо. Если там вдруг какой крокодилишка, аллигатор или что-нибудь, какая-нибудь еще тварь на меня вылезет, можно будет, в принципе, отстреливаться. Это что такое? Это вот заряд. Так, а там куда-то проход был еще, нет? Ну, скорее всего. Что ты за мной ходишь, старик? Дед. Ну, наверное, нет. Так, это надо по-тихому подходить или что? Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Спасибо. Вот и он. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Шутник я не могу прям. Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! А зачем? Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Ух ты. Я вижу, что-то это тут. Что-то это тут я вижу. Как зарядить? Не хочешь заряжаться? Не помню. Не помню, как это делать. Очень-очень давно я играл уже, так что... сейчас будем... сейчас будем вспоминать все управление и все вот эти вот дела модные. Я весь взмок, как шлюха на мессу. Ах ты... зачем водить шлюх на мессу? Что такого? Я обычно говорю, как шлюха в церкви. Ну, в принципе, то же самое. Месса это же, типа... Эй, осторожно. Наверху. Молитва? Никто не должен или нет, или и исповедальня, может надо быть. Надо убрать этих ребят. А где? Я никого не вижу. Кого ты там увидел? Я никого не вижу. Блин, я не хочу искать вот эти вот сокровища. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Не хочу искать эти сокровища везде. Ты куда идешь? Ты бы развернулся, было бы замечательно. Потому что я думаю, надо по-тихому их тут убивать. Как присесть? Ага. О, тихо. Да тише ты. От тебя слишком много. Да ну я не помню кнопки, ну что такое? Еще я геймпад разрядился, отлично. Ой, стреляют, стреляют. Тихо, тихо, тихо. Как присесть? Ага. Как присесть, я нашел. Да блин, ну-ка. Блин, а что за дела? Почему не с первого раза убивает в голову? Я там вообще никого не вижу. Зато я нашел, как перезаряжать. О, черт. Ты там из чего стреляешь? Салли. А вы что такие живучие? Я что, не пойму ничего. Ага, вижу. Ага. Ой-ой-ой-ой, порядок. Ты же сказал порядок. А ни хрена не порядок. Теперь порядок. Можно качнуться на руках и прыгнуть. Ты-то, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Попробую найти другой путь наверх. Так, все, патроны максимум. Так, а тут где-то коллаж должен быть, по идее.
Чувака же... Чувак упал или нет? Я чуть не помню. Нет, чувак там лежит. Значит, калаш... А, нет, калашик, вот он. Нехорошо. Сокровища нигде не забыли? Не-не-не, туда-туда, все правильно, раскачивайся. Опачки, отлично. Так, а тут что надо сделать? Скинуть вот это весло, бревно. Да? Куда? Не-не, не ходи туда, ты чё? Серьезно? Да ну на этом, ну ты не такой сильный. Да не может быть такого. Ну реально, этот камень раза в 3 больше, чем Нейтан. И он его скинул. Прекрасно. Спасибо, привет. Ну это уже какая-то мистика, мистика. Тут ничего нет. Не знаю, зачем мне эти сокровища, но я вот почему-то их ищу. Что такое, Салли? Ты куда? Тут нету прохода, ты чё? Сюда. Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. И что? Зачем мне эта информация? Они уже должны были вернуться. Сейчас нас увидели. Разделайся с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Всё, убил? Отличный выстрел! Вот с автомата хорошо убивает. Ой-ой-ой! Мастер рукопашного боя, отлично. Ну я же не увижу его так. Увидел каким-то образом. Ну ладно. Мне ли... Не, пофиг, отойди, пожалуйста. Так, а там что за оружие? Калашки, калашки, калашки. Собираем калашки, это хорошо. Почему я хожу тут туда-сюда? Зачем? Зачем я тут столько делаю лишних движений? Вы приближаетесь к первому лагерю. Я разместила там заряды, но сначала вам придется расчистить себе плацдарм для деятельности. Я просто осматриваюсь. Обезьянка. Привет, обезьянка. Так, а зачем? Как-то выше можешь залезть? Я просто не понимаю, зачем я на эту доску залез вообще. Ну ладно тогда. Скорее всего, можно было туда как-то прыгнуть, но он не хотел никак это делать. Ну да, скорее всего, можно было туда прыгнуть. Вот лагерь. Ты готов? Поехали. Минус один. Не ходи сюда, не ходи сюда. Он идет сюда. Тут кто-то есть! Да не тебе кажется. Это взрывается? Да, это взрывается, отлично. Кастрюля какая-то прилетела.
Ну выходите, что вы? Не хотят выходить? Ху-ху-ху-ху-ху. Нормас. Это я хорошо придумал. Прям вовремя. Шмальнул. И все, стало хорошо. А, ну это можно было вот отсюда, да, пройти? Нет. Да не ходи за мной, Салли. Салли, что ты делаешь? Зачем ты постоянно ходишь за мной? Ой, револьвер, кстати, возьмем. Револьвер тема. Эти уже более бронированные такие, так что им надо побольше попаданий. Но все равно, что такое? Что за... Салли? Они нас обошли, серьезно? Салли, как так? Как ты мог их выпустить, пропустить? Не-не-не, зачем? Не-не-не, верни магнум. Кого ты там еще увидел? Ага, вижу. Нет, не надо. Зачем? Зачем тебе это? Сначала работаем с дробовика. Тем более, как бы, дальние дистанции. По-любому. Ой, дробовика, говорю. Надо найти взрывчатку и привести в боеготовность. Подожди, Салли, подожди. Это все не нужно, это все не надо. Так, у нас какие-то 4 взрывчатки надо заложить где-то, а где? Хватит дурачиться, парень. А, приведи заряды в бой. Я не видел, прости. Что ты ругаешься сразу? Ну не видел, я не видел. Осталось заложить 3 заряда. Это он просто смотрит вперед, да? Так, подожди, патроны. Еще патроны. Нет. Интересно, тут я смогу залезть, где на лестнице? Нет, надо как-то сверху скидывать ее. Все, я понял. Все, я понял тебя, игра. А куда тогда идти? Да я заложил взрывчатку, ты что? Еще где-то? А-а-а. Они все в одном месте тут? Немножко странно. Конечно. Да отойди, Салли. Это не откроется никак? Ну нам по-любому надо туда, мне кажется, надо вот это полено толкнуть как-нибудь. Что же, блин, за совет игры? Хватит дурачиться, парень. Приведи заряды в боеготовность. Ты серьезно, да их там не видно было ни хрена. Я все еще не вижу. А, все вижу. Значит, они да, реально, они все. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Скажи мне, где, пожалуйста.
Скажи мне, где его заложить, и я заложу. Я вообще как бы не проблема. Ну нет же, он не скажет. Это тут. Ну ладно, ждем опять, пока нам игра подскажет. Ну скорее всего, наверное, где-то там опять в начале. Нейт, сначала надо заложить взрывчатку. Да, в курсе я. Так, кажется, все. Пора навестить Лазаревича. Пойдем, я знаю, куда идти. Только не знаю, как. Кстати, патроны были. Им нас не достать. Давай. Я тебя подсажу. Ладно. Давай, приятель, прыгай. Только скинь мне, пожалуйста, лестницу, пожалуйста. Ну и задницы у тебя стали. Спасибо. Спасибо. Порядок. Так, кто там смеется? Птички надо мной смеются. Мощно же это было цунами, если забросило корабли так далеко на сушу. Салли, ну и чё мы ищем опять? А, проход. Понятно. Черт, опять насос сломался. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может... Опачки. Драка. Нет, не драка. Один с тремя надо драться. Бросить оружие! Моя рука! Ничего себе. Вот это я молодец. Есть. Мне бы не помешала твоя помощь. Да ты и сам справлялся. Так, еще один ко мне, да? Еще один. Салли. Чувак там улетел. Все? Что ты называешь ерундой? Дайте сокровища хоть здесь. Помыться не дают, сокровища не дают. Что мне делать? Пойдем вдоль трубы, придем к воде. Какой трубы? Идем вдоль трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь вот мне труба, напоминать. Вот труба, оказывается. Ну, пойдем. Раскопки, глава 4. Ладно, тогда заканчиваем, ребятушки. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И на этом пока все. До встречи в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.